Итак, снова всем хай! Короче, поговорим сегодня о заметках. Да, заметки становятся нашей неотъемлемой частью. Короче, много патетики. Хочу представить вам программочку AirTodo. AirTodo, мать его! Ой, короче. Видно, в Токио она нигде не появилась. Она у нас появляется, как это называется, неважно, в общем, вверху вот здесь появляется. Да, здесь заметки, но плюс этих заметок, они синхронизируют по воздуху. Даже если вы когда-то удалили заметки, они останутся. О. Это все, которые у меня вот были. Допустим. Видите, как красиво удаляются все. То есть все, которые выполнены, которые должны быть выполнены, отмечают с галочками. То есть ничего сложного. Давайте зайдем в настройки. Page count, то есть номера. Автосинхронизация. Старт при загрузке. Уведомления. Ну, это выйти. То есть здесь зарегистрируется аккаунт с помощью email и пароля. То есть ничего сложного. Вообще программа очень мне нравится. Вот здесь пишется уже, может, не совсем удачное поле, но, допустим, как-нибудь так. Да? Сейв. Видите, циферку 1. Одно невыполненное задание. Ага, значит, мы заходим. Вот, есть одно невыполненное задание. Оно автоматически синхронизируется с сервером. После того, как мы выполнили задание, ставим галочку, видите, оно исчезает. Ноль. Ну, в просмотренных, вот, all, все, она остается. Все, больше ничего не надо. Программа стоит $1.99. Стоит она того? Ну, решайте сами. Я считаю, ничего лишнего. Может быть, интерфейс бы чуть-чуть доработать, но в целом, очень неплохая программа. В общем, так, спасибо.